Однажды моему младшему сыну Халиду делали операцию на сердце. Когда он лежал в реанимации, я подолгу находился возле него и часами читал в его палате Коран. И, кстати, он был не один в той палате. Там были еще дети, у которых также были проблемы с сердцем. Затем ко мне подошла медсестра и говорит: «Частота сердечных ударов у всех пациентов стабилизировалась. Что вы им пели?» Я говорю: «Я пел им слова Бога». Она говорит: «Вы могли бы еще раз это сделать?» Я еще раз прочитал Коран, и снова их сердца успокоились. На следующей неделе я вновь пришел, чтобы читать Халиду и другим детям Коран, и снова их сердца успокоились. Свят Аллах! Я одно лишь могу сказать. Нет милости большей, чем Коран. Люди спрашивали меня: «Какую суру ты читал?» Неважно какую. Это слова Всевышнего Аллаха. Будьте искренними, размышляйте над аятами, и тогда вы получите великую пользу от Корана. Отдавайте должное этой книге, и она изменит вашу жизнь так же, как изменила мою. И она продолжает менять ее в лучшую сторону.